у програмі: кава для здорового харчування, ідеї для казкової фотосесії, селфі-лампи для блогерів. Індустрія кофейних напитків йде в ногу з новими тенденціями, розширяє їх кофейними трендами. На новий рівень перейшли всі види коктейлів на основі еспресо. Зараз все більше людей в пошуках чогось нового, модного. І от якраз зараз хочеться затронути теми тренди кофейних напитків. Перше, що ми поговоримо, це унікальні смеси кофе для здорового питання. Кофейні з повним спектром услуг все чаще пропонують доповнительні смеси для підтримання тенденції здорового питання і зниження жира з соєвими і колагеновими сливками. Чаще зустрічаються такі смеси, як кофе з грибами, и латте-матча. Также в тренде сейчас кофе в банках и бутылках. В обществе, которое постоянно находится в движении, кофе в банках и бутылках становится основным продуктом местного рынка. Эти автономные варианты кофе легко взять с собой без дополнительных затрат времени. Это очень удобно, так как кофейный напиток герметично упакован и удобен для потребления. Его можно брать с собой в машину или же в общественный транспорт, не боясь ни облиться, ни обжечься. Трендовым напитком сейчас стал кофе с маслом. Это удивительно, но кофе с маслом становится также популярной тенденцией, особенно для тех, кто не завтракает в дороге. Кофе с маслом – это кофе с добавлением столовой ложки сливочного масла. Сливочное масло делает кофе более питательным и усиливает его действие. Этот напиток популярен среди знаменитостей и профессиональных спортсменов. Также трендом становится и органический кофе. По мере того, как растет потребительский спрос на кофейные напитки, растет и стремление к экологически чистому кофе. Все больше люди осознают происхождение продуктов и требуют полной прозрачности того, как их кофе попадает к ним, чтобы они могли принимать обоснованное решение о покупке, которое не влечет за собой оказание неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Многие ценители кофе теперь хотят органически чистый кофе в экологической упаковке. И это правильно. В настоящее время все больше потребителей стремятся к здоровому образу жизни. А кофе предлагает нам натуральный вариант напитков, который обеспечивает широкий спектр преимуществ для здоровья. От повышения уровня энергии до помощи в сжигании жира и предоставления необходимых питательных веществ. Кофе сам по себе полезен для здоровья, но если его сочетать также с полезными продуктами и добавками в коктейлях, то мы получаем отличный продукт для здорового и диетического питания. Веганские кофейные напитки – это что-то больше, чем просто тенденция. Сейчас наблюдается просто огромное распространение коктейлей с миндальным, овсяным, соевым и другим молоком на основе эспрессо. Среди веганов модный напиток стал кофе с куркумой. Его еще называют золотой кофе. Этот напиток может подаваться и горячим, и холодным. И поскольку тенденция к более здоровому образу жизни продолжается, кофе может стать полезным дополнением к нашему повседневному рациону. И также не забываем и про холодный кофе. Это здоровая альтернатива газированным напиткам. Кофе третьей волны. Это термин, применяемый к предприятиям, чья миссия состоит в том, чтобы поставлять высококачественный кофе. Кофе третьей волны включает в себя высококачественную обжарку, инновационные методы заваривания и информацию о происхождении продукта, которая работает в сочетании с этическими, экологическими и социальными принципами. Кофе был чрезвычайно популярным напитком в течение долгого времени и остается таким, а его привлекательность для новой аудитории будет расти по мере появления более удобных способов его употребления и появления все больше разнообразия смесей и вкусов кофе. Поэтому приготовьте себе чашечку кофе и насладитесь ароматом своего любимого напитка. И помните, самый лучший кофе тот, который любите именно вы. Сьогодні поговоримо о новому направленні в фотографії,
особенно в новом направлении в нашем городе, в больших городах это уже развито и популярно. Есть даже фотографы, которые занимаются только этим новым направлением, называется «Сказочные фотосессии». Мы встречаемся, например, с девушкой, которая хочет себе сказочные фотографии, придумываем образ, то есть это может быть какой-то сказочный персонаж, это может быть, в общем, все что угодно, с мифологией или вообще, в принципе, какой-то образ, который вот в голове необычный, абсолютно необычный, например, это может быть сказочный там Жасмин, это может быть Золушка, это может быть Белоснежка, фотосессия у меня тоже была, это может быть какой-то. А вот даже есть фотосессия, сказочный такой воин, как и девушка, амазонка. Вот, очень такие необычные, неординарные. То есть у кого какая фантазия, плюс моя фантазия, вместе получается очень интересный образ. Желательно это природа. Даже если это зимняя фотосессия, то это все равно природа. Это придется померзнуть ради красоты. А, тем не менее, оно того стоит. В больших городах там можно арендовать и платье, супер классная, вообще очень шикарная, тут там в доступе. Также даже арендуют фотографии с животными, то есть это могут быть и лисы, это могут быть лошадь, конечно, у нас, в принципе, я нашла очень красивую. Могут быть, даже с медведями видела фотографии. И это настоящие животные. А если же говорить за наш город, то каких-то птиц я могу добавить, да, каких-то животных я могу добавить через фотошоп. То есть, в принципе, фотошоп выручает в этом плане. Также в зависимости, конечно, каждый фотограф добавляет свой стиль, да, то есть даже в обработки. Некоторые фотографы делают такую картинку, будто это нарисованная картинка, как будто это открытка какая-то старенькая, старинная. Если говорить за наш город, то, в принципе, достаточно образ какой-то придумать, локацию. Желательно, конечно, чтобы это была природа, все равно найти какие-то. А в плане даже замок я могу добавить через фотошоп или какое-то животное тоже могу добавить через фотошоп. Но желательно, конечно же, пользоваться максимально так живыми, настоящими подручными средствами. Сегодня поговорим о наборах для блогеров. То есть конкретно это будут кольцевые лампы. Они подходят как для стримеров, блогеров, тиктокеров и также само для фотографов. Очень удобно то, что вам не надо тратить большие деньги на покупку аппаратуры, там именно света и все остальное. Вам достаточно купить будет кольцевую лампу, и она не будет ни мерцать, то есть будет равномерный свет. Если вы рассматриваете, допустим, ну вот снимаете видео по пояс, то вам не обязательно брать сильно большую лампу. Можно рассмотреть вариант там, 35 ватт, там, 40 ватт, то есть для освещения. Если вы хотите себя снимать в полный рост, либо это будет группа людей, тогда лучше рассмотреть мощность там, более 100 ватт. Размер кольцевой лампы особо значения не имеет, так как больше играет роль сама мощность лампы. Они есть нескольких видов, то есть чисто белого света, есть теплого света. Вы можете регулировать яркость самой лампы и также есть RGB подсветка, то есть это когда лампа светится разными цветами, мигает, мерцает, то есть это создает определенный эффект. Многие блогеры делают, тиктокеры, они используют несколько ламп, делают, допустим, основного света на себя направляют, а вот самой RGB с разными цветами ставят сбоку, и очень получается классный эффект именно видеосъемки. Фотографы также можете ее использовать для того, чтобы RGB, чтобы создать фон, то есть они ставят несколько ламп, создают там синий, зеленый, красный цвет фона, и довольно-таки крутые фотки получаются. Эти лампы комплектуются, как правило, с самой подставкой для смартфона, также регулировкой яркости, либо там переключением света. Это может быть как проводное управление, так и дистанционное, беспроводное.
Вот такая лампа – это для создания фона. То есть это переключаете там разными цветами, то есть красный, синий, фиолетовый, и создаете фон на стенке. Классно для фотографов, либо для там, видео для тиктокеров создать. Если рассматривать вот такой вот вариант, она вот идет с RGB подсветкой, то есть можно создавать вот такие эффекты. Можно полностью там, допустим, погасить свет и делать стримы и все остальное. Если мы рассматриваем, допустим, кольцевую лампу для стримеров, ну, которые там сидят за компьютером, там, стримят видеоигры или еще что-нибудь, там не обязательно брать большую, можно рассмотреть вот такого плана поменьше лампу. То есть ее будет предостаточно. Если для фотографии, лучше брать вот такого плана, если для создания фона, либо уже рассмотреть большую, там, мощную, чтобы был хороший свет. По ценовой политике, если брать среднюю, да, там не сильно мощную, ну, чисто там себя по пояс снимать, либо стримы, это 500-600 гривен, это будет с RGB подсветкой. Если рассматривать мощную, допустим, для группы людей, если себя в полный рост фотографировать, ну, там, снимать видео, фотографировать, такие будут там более там 1,5-2-3 тысячи будет стоить. Ну и с регулировкой света. То есть они уже мощные, и они идут со штативом, то есть там под 1,5 метра и выше.